Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Люди с этим именем иногда падают в легкую депрессию, начинают упрекать себя в своей неуверенности и мягкости. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Казалось бы, для владельца этого имени есть все для успеха и достижения целей, но внутреннего стержня или крепкой жизненной позиции как таковой нет. Когда амбиции постоянно спорят с реальными возможностями, то нередко человек пребывает во внутренней трагедии с самим собой. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Чувствительность у обладателей этого имени очень высока. Это можно сказать и о половой силе таких людей. В целом, владельцы этого имени с точки зрения эмоциональности и сексуальности можно назвать противоречивыми, ведь эти люди могут быть преданными, живыми и искренними, но в то же время застенчивыми и очень ранимыми. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.